Всем привет, друзья! Сегодня 5 апреля, воскресенье. Я решил прогуляться и найти дорогу к морю от моего дома. И вот вышел как раз к морю. С завтрашнего дня начинается продление карантина, ужесточаются правила поведения и ношения масок и так далее и тому подобное. Вот за этим мысом впереди фонтанка, о которой я вам когда-то рассказывал. Вот сейчас я немного на другом месте. Вот впереди пляжи, посмотрите, там Крыжановка и так далее. Вот Одесса. Запрещено посещать пляжи, выходить к морю. Некоторые пляжи в Одессе уже закрыты. Стоят наряды полиции и возвращают автомобили. Не позволяют проехать к морю. Это и Аркадий, и Ланжерон, и другие пляжи. А вот здесь, подальше от города, никого нет, никаких ни нарядов нет, ни полиции. Вот народ спокойненько проходит к морю, есть доступ и наслаждается весенним днем, гуляет прямо по берегу моря. Вот здесь, друзья, вы видите, проложили экскаватором, наверное, проложили такую или бульдозером дорогу вниз. А пока вот спускаемся к морю вот по таким ступенькам, сделанным когда-то давно кем-то, вот простым ступенечком, очень крутым. Вот спускаемся вниз. Смотрите, вот еще целый пролет таких ступенек. Вы знаете, когда вот так выходишь к берегу моря, ну, абсолютно пропадают всякие мысли о том, что существует и есть карантин, что люди испытывают страхи какие-то, многие впадают в депрессию. Мне кажется, надо побольше выходить на природу, вот так к морю. Тогда будут появляться позитивные мысли, и жизнь будет казаться такой, какая она есть. Ведь жизнь прекрасна. Это 5 апреля, друзья. Берег моря. Одесса. Смотрите, мы ничего не нарушаем. Только с завтрашнего дня начинается усиленный режим соблюдения карантина. А пока можно вот так вот выйти к морю. Мечта о том, что скоро будет лето, мы будем в этой водичке купаться. Вон там даже кто-то ловит рыбу. Вижу, торчат удочки. Кто-то сидит, читает. Жизнь продолжается, друзья. Здесь что-то будет новенькое, друзья. Что-то будет строиться.
Это 5 апреля, друзья. Крыжановка, Одесса. Смотрите, для чего прекрасно. Для чего замечательно. Ну и здесь, смотрите, друзья, кто-то ходит в масках. Все-таки народ пытается соблюдать правила поведения в общественном месте во время карантина. Так и представляю себе, вот на этом берегу, на этом песочке, многолюдное лежбище летнее, визги детей, смех и радостное купание в море. Так оно и будет, так и будет. Ну что, друзья, спустились по одной лесенке, а поднимемся наверх по другой, более крепкой, более надежной, более современной. Прогулялись прекрасно возле моря и отправимся домой. Вот прямо над морем тренажерчики на смотровой площадке.